Львенок Алтай празднует свой первый день рождения в Самарском зоопарке. Праздничное угощение – большой кусок говядины, любимое лакомство хищника. Алтая привезли в Самару из Барнаула в прошлом году. Он быстро адаптировался и стал любимцем не только сотрудников зоопарка, но и посетителей. И до этого у нас опыта со львятами такими маленькими не было. Ну, быстро сориентировались, поскольку опыт выращивания детенышей других кошек был. У нас сотрудники дежурили, в его вольере постоянно сидели, развлекали его, на руках спал или рядом спал, с рук кормили его, да, как с маленьким ребенком. Он взрослеет, он меняется, он становится более уверенным. У годовалого львенка уже появилась подростковая щетина, которая к 5 годам превратится в пышную гриву. 5-10 лет – расцвет силы у львов. Так что Алтай только в начале пути становления царем зверей. Он даже еще не пробовал рычать. Однако работники зоопарка уже не заходят в его вольер. Даже играют они через решетку. Сотрудники рассказывают, Алтай воспринимает их как свой прайд, то есть семью. Он общительный, игривый, любознательный и активный житель зоопарка. И мы сегодня пришли познакомить ребенка с животными, потому что на картинках она уже всех абсолютно знает, и диких, и домашних. Решили показать вживую. Алтай – африканский лев. Этот вид занесен в Красную книгу. В дикой природе эти большие кошки живут до 15 лет. В зоопарке около 23. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.